Всем привет! Вы на канале Zevs News. В 2016 году российская певица Татьяна Буланова развелась с футбольным тренером Владиславом Радимовым и лишь сравнительно недавно стала готова к новым отношениям. Как накануне стало известно, вот уже несколько месяцев Татьяна Буланова живет с мужчиной, который, к слову, понравился ее сыновьям, и они одобрили выбор звездной мамы. Пока Буланова не называет имени своего избранника, зато не скрывает вид его деятельности. Певица призналась, они уже живут вместе и даже прожили вместе всю самоизоляцию. Мужчина не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и работает совершенно в другой области. Татьяна очень счастлива, призналась 51-летняя певица. Вспоминая неудачи в предыдущих двух браках, звездная блондинка пока не торопится под венец, считая, что им с любимым хорошо без свадьбы и формальностей. Татьяна призналась, что уже познакомила мужчину с детьми, и они нашли взаимопонимание. Буланова не скрывает, что в настоящее время довольна своей жизнью, но играть свадьбу, переживя два развода, певица не планирует. Напомним, на счету у звезды два брака. Первым супругом Татьяны стал звукорежиссер и продюсер Николай, которому она родила сына Александра. Во время второго союза с Радимовым у Булановой появился сын Никита. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!